Форумы, проводимые юридической практикой, давно зарекомендовали себя как квалифицированная площадка для обмена мнениями между профессионалами. Уверен, что первый форум по банкротству и реструктуризации не станет исключением. В первую очередь форум необходим для обмена мнениями и опытом между практикующими специалистами в сфере неплатежеспособности, арбитражными управляющими и представителями судебной власти. А лично для меня, как для практикующего юриста и арбитражного управляющего, всегда очень важно и интересно узнавать мнение своих коллег на один и тот же вопрос. Они бывают настолько диаметрально разными и интересными, что это всегда сказывается положительно лично на моей работе. Увидимся 27 апреля.